Кругосветные приключения Орла и Решки продолжаются. Наша следующая остановка – Марокканский Фес. Здесь мы будем искать выход из самого большого лабиринта в мире. Не знаю, куда идти. Узнаем, какая температура в аду. Воздух такой сухой, как будто ты глотаешь воздух фена. Съедим верблюда. Канал. Воняет. И посетим спа-салон в самом сердце пустыни Сахары. У меня такое ощущение, будто мне просто копают могилу. О, как горячо, ребята!